Hi, my friends. We continue our playlist. Let's translate. Я хотел бы измерить свой прогресс. Я хотел бы... I'd like измерить или измерять, to measure свой прогресс, my progress. I'd like to measure my progress. Я не могу поднять эту коробку. Я не могу поднять. I can't lift эту коробку, this box. Она слишком тяжелая. Она, it's, слишком тяжелая, too heavy. I can't lift this box, it's too heavy. Он пообещал сделать это. Он пообещал, he promised, сделать это, to do it. He promised to do it. Не забудь прикрепить еще одно изображение. Не забудь прикрепить. Don't forget to attach еще одно изображение. One more image. Don't forget to attach one more image. Не суди. Don't judge. Don't judge. Я забыл закрыть дверь. Имеется в виду на замок. Я забыл. I forgot. Закрыть дверь. To lock the door. I forgot to lock the door. Как регулярно ты практикуешь свой английский? Как регулярно? How regularly ты практикуешь? Do you practice свой английский, your English? How regularly do you practice your English? Я принял их предложение. Мы можем сказать I took, или также I accepted их предложение, their offer, или I took their offer. Мне кажется, ты неправильно понял меня. Неправильно понял в одно слово. Мне кажется, it seems to me. Ты неправильно понял меня. You misunderstood me. It seems to me you misunderstood me. Вопрос. Что ты импортируешь? То есть завозишь. Что? What ты импортируешь? Do you import? What do you import? I'd like to measure my progress. I can't lift this box. It's too heavy. He promised to do it. Don't forget to attach one more image. Don't judge. I forgot to lock the door. How regularly do you practice your English? I accepted their offer, or I took their offer. It seems to me you misunderstood me. What do you import? Я был в Англии. Я был. I've been в Англии. To England. I've been to England. Я очень занят в последнее время. Я очень занят. Подумайте, указатель в последнее время. I've been
Very busy. Последнее время. Lately. I've been very busy lately. Он посвятил свою жизнь служению другим людям. Он посвятил свою жизнь. He dedicated his life. Служению. To serving. Другим людям. Other people. He dedicated his life to serving other people. Для большей информации проконсультируйся с менеджером. Для большей информации. For more information. Проконсультируйся с менеджером. Consult your manager. For more information, consult your manager. Почему ты работаешь целый день? Вот я вижу, человек начал работать давно и сейчас еще работает. Я его спрашиваю, почему ты работаешь целый день? Почему? Why? Ты работаешь целый день? Have you been working all day? Why have you been working all day? Мы были Может, видите, уже использует пример, но давайте еще раз. Мы были осведомлены о том факте, что... Надо, видите, по-английски русское, чем по-русски. Мы были осведомлены. Потому что на самом деле на русском мы так не говорим, видите. А на английском это очень ходовое выражение. Поэтому так, мы были... We were осведомлены. We were aware о том факте, что. Of the fact that. То есть, опять же, видите, во-первых, мы это слово не так часто говорим. Осведомлены. И также мы говорим осведомлены о том факте, что. Но на английском это очень ходовая фраза, поэтому мой долг это использовать предложение. We were aware of the fact that. Это уже произошло. It did, или it had already happened. We were aware of the fact that it had already happened. Вопрос. Ты будешь нырять? Will you dive? Will you dive? Я вижу, ты уже забыл это. Я вижу. I see. Ты уже забыл это. You've already forgotten it. I see you've already forgotten it. Далее. Я разговариваю по телефону очень мало в последнее время. Подумайте. Я разговариваю по телефону. I've been talking on the phone. Очень мало. Very little. В последнее время. Lately. I've been talking on the phone very little lately. I've been to England. I've been very busy lately. He dedicated his life to serving other people. For more information, consult your manager. Why have you been working all day? We were aware of the fact that it had already happened. Will you dive? I see you've already forgotten it. I've been talking on the phone very little lately. Next. Я нашел этот канал 2 года назад. Я нашел этот канал. I found this channel 2 года назад.
2 years ago. I found this channel 2 years ago. Когда ты нашел этот канал? Когда ты нашел? When did you find этот канал? This channel. When did you find this channel? Мы обеспечиваем их страну газом. Мы обеспечиваем. We provide. Их страну. The country. Газом. With gas. We provide their country with gas. От чего зависит финальное решение? От чего? What зависит финальное решение? Does the final decision depend on? What does the final decision depend on? Что ты хотел бы заказать? Что? What ты хотел бы заказать? Would you like to order? What would you like to order? Он был очень сильно удивлен, что завалил тест. Он был очень сильно удивлен. He was greatly surprised. Что? That завалил тест. He'd failed the test. He was greatly surprised that he'd failed the test. Они покрасили забор. They painted the fence. They painted the fence. Мне нравится кататься на велосипеде. I like cycling. I like cycling. Не надо переедать, если ты хочешь быть здоровым физически и духовно. Или не переедай. Не переедай. Don't overeat, если ты хочешь. If you want быть здоровым, to be healthy, физически, physically и духовно, and spiritually. Don't overeat. If you want to be healthy, physically and spiritually. I found this channel 2 years ago. When did you find this channel? We provide the country with gas. What does the final decision depend on? What would you like to order? He was greatly surprised that he'd failed the test. They painted the fence. I like cycling. Don't overeat if you want to be healthy physically and spiritually. Мы часто слышим это в новостях. Мы часто слышим это. We often hear it. В новостях. In the news. We often hear it in the news. Я слышал, что это уже произошло. Я слышал, что... I heard that. Это уже произошло. It had already happened. I heard that it had already happened.
We often hear it in the news. I heard that it had already happened. My friends, thank you very much.